Меня зовут Петрович, я настоящий живой робот. Спрашиваю разные вопросы. Может переквалифицироваться в синтез робота. Поставить гусеницы, прицепить ворону в пагоду. Красота. Как у тебя настроение? Надо подумать на досуге. Все понятно. Наверное, все вопросы будут адресованы. Надо подумать на досуге. Нет, он это поет там всякие стихи. Да ладно, не за горами время, когда появится новый класс. Не стесняюсь. Работодатели. Про стих спроси. Вспомни песенку. Мы с Генкой и Маринкой ходили в Мариинку, послушать чисто блинку, старая. А, это песня. Плохо спел, мне не понравилось. Даже самые грустные вещи перестают быть самыми грустными, вот если я относиться к ним правильно. А, он на меня что-то смотрит? Мы плохо общаемся. Здесь хорошо, не жарко, поговорить можно. Стихи, Петрович, ты знаешь? Приветствую. Да, вам у нас на выставке. Здорово, хорошо. Не смущайте меня, я сейчас покраснею, а мне нельзя еще раз плавнусь. Ну, как-то не особо у тебя словарный запас. Я думала, поинтереснее будет. Стихи знаешь? Да погоди, ты что ли? А что там, смотри на себя. Ёж и лисица играют в футбол. Ну, на твои ведь фразы реагируют. Он меня уже видел просто, он со мной познакомился. Давай. Уже к иголками мячик поймал. Я песенку хочу. Что ты на меня глазками смотришь? Ничего не понимаю. Еще что-нибудь. Задавайте вопросы. Отвечу, если знаю. А какого цвета у тебя глаза? Глаза вот они, а все остальное спрятано. Руки тянет. Ой. Все понятно. Ну он типа так. Этот, он презентует. Все, всего доброго. Сколько сейчас время? Стой, сейчас проверим. Ой, что-то я отвлекся. Что ты Данила. Хочешь? Да, Данила, Данила. А я вам уже говорил, что роботик лучше всех.